С вами Нигейм Про, и сегодня мы играем в стрелялки. Да? Обе, в стрелялки играем. Так. Новая игра. И листаем. Залагала. Лагает. Отлагая. Все, отлагала. Так. Так, магазин. Что лучше, Глок или Дигл? Дигл. А я Дигл куплю. С Диглом походим. Постреляемся. Ё-моё. Оба. Все, просто ложился. Аккуратненько. Опа, так, shift, самое главное. Блин, я же в плюсе. Ай, тихо. Иди нафиг. Все. Так, все, я навел разгром, но его быстрее. О, в голову его убили, ничего. Он с тупым песиком. Чего они такие тупые песики покупают? Все, забедленные. Еще раз прыгнуть. Тихо. Смотрел, чуть не упал. Ня. Блин, поп... Фух, 65 копеек осталось. Машка. Честно. Погоди. Ай! Меня это залагало. Что там кто-то? Чё они не пожите? Нет. Да, блин, а где? Я один остался. Ладно, давайте все прочём. Я его, как я его не заметил? Да иди-то сюда. Кто убил? Я убил. Знаешь, что убил. Йоу. 4500. Так. М-ку. А я вот это возьму. У нас прицелом. Я не на первом этаже. Так, сейчас погодите. Встаем в окошко, и меня начинают расстреливать. И меня... Ай, я забыл, что УП надо было... У меня АПП, какую-нибудь винтовку. Чё, он два дигла купил? Дурачок. Диглы же, да, диглы. С раскраски неудобно. Давайте нажмем новый раунд, чтобы не ждать. У меня только на кусик хватит. Да я с диглом похожу. Он дурачок. И, ладно. За диглом походим. Чё уж теперь. Я играю без скинов, потому что без скинов лучше играть, сразу говорю. Панты это панты полные будут. Во, спасибо, вот сейчас полный. Я хотела кусик взять. Ёперный театр. Я хотела кусик взять. Да ну капец, я хотела кусик взять, но я не хочу с этой фиговой ходить. Здесь я кусик. Во! Спасибо за подгончик, братан, сразу говорю. Все, за подгончик мне дали. Все, 4800, покупаем ножик. А я керамбит возьму себе. Погнали на них базу. Блин, я вам сейчас покажу лайфхак. Если вы играете в эту игру, то ставьте эту карту, выбирайте, и вы еще, если вы еще играете в зомби, выбирайте эту карту и играйте в зомби, и запрыгивайте сюда, и зомби не знают, как сюда забраться. Я забыл! А, ну мы тут проиграли.
с чем он там? С чем он? Ой, не АВП, АВП, АВП. Фух, ладно, денег не будет, сейчас гранаты я скуплю. Меня залагало. Слушайте, ну моё, капец, у меня залагало. Блин, 200, вот тут мне 200. Ладно, 200 рублей, как всегда, не хватает. Ё-моё, капец, на АВП не хватает 200 рублей. Дробовик купим. Сейчас нужно аккуратно. Сейчас полный пипец. Смотрите, тут 1400, а у меня 1300. А-ля-ля-ля-ля, можно рекламку посмотреть. Еще не ду. Понятно. Я сейчас только увидела. Я... Полный. Капец. Что я сейчас увидел? Ладно. Меня же залагало от этой рекламы. Ёпин литератор. А чё такой жёсткий? Не-не-не. Ну нафиг. У меня 2 хп. Два хп. Два. Ёкалманы. Давайте 8к сейчас закинем. Я лучше... Все, какая-то тупизная реклама закончилась. Блин, лагает. Ну, не нажимайте прицел, лагает. Это что у него? Жесть, за оружие. Похоже на какой-то АК-70. Это, наверное, АК-74. Тут, короче, у нас фильм идет. А, свои. Ну давай! Опять спецназ победил. Спецназик победил. А у меня нафиг денег нет, но зато я могу купить скорострельную винтовку. Видите? Ой, еще глушак поставим. Вообще капец будет. Все, давай. Иди сюда, ё-моё. Первый пошел. Я пошел тоже. Давайте заканчивать будем. С вами был Мини-Гейм Про. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики. С вами был Мини-Гейм Про. Всем пока-пока. Всем пока-пока.